Как же еще получить семенной материал, чтобы получить хороший урожай? Вот смотрите, показываю вам, чтобы вы знали тоже. Всем привет! Про картошку можно часами разговаривать, как правильно вырастить ее, да? Но вы все любите быстренько все ходить. Ну, не знаю, так не получится. Ну, давайте попробую хотя бы азы показать вам. А так я говорю про картошку. Рассказывать, чтобы большой урожай получить, надо часами рассказывать. То есть вот так вот мы можем из небольшого количества семенного материала, который вы приобрели и купили, можем наделать вот много таких росточков. То есть вот крупные я собрал, миленькие вот остались тут, да, пускай они дальше растут. То есть большие мы брали, а эти пускай растут. Так, также еще вот как можно омолаживать картофель. Я уже показывал видео. Вот они у меня. Вот такие вот картофельники. Маленькие. Это я показывал, как из листочков делать. И вот их тоже сейчас вот просто наберем, когда сверху. Вот я их тоже положу. Пускай они начинают тоже прорастать у нас. Это вот уже будет супер элитный картофель. То есть в этом году вырастут уже картошка, которую будем сажать уже именно для посадки. А сейчас пока даем тоже вот ему. То есть вот я просто в пачке сигарет вот их храню. Вот так вот выкладываем тоже, они тоже начнут вот корешочки свои давать. Так, смотрите, на них много уже сколько росточков начали проявляться. То есть вот так вот и размножаем, омолаживаем картофель свой. Смотрите дальше, там покажу тоже, какой урожай будет, что дальше делать. То есть вот убираю пока обламываю большие, которые были. Росточки вылезут, да, корешочки. С корешочками их сажаю. Картофель оставляю дальше, чтобы на нем еще опять пробудились другие ростки. И потом их уже сажать буду. Смотрите дальше, все буду рассказывать. То есть вот от картошки отломал вот этот росточек. Росточек обломал. Корешками укладываю коробочку и засыпаем уже в землю. То есть она вот у нас начнет тут расти через неделю, через две. Тут как раз вот я ее посажу уже в землю. Снег растаял на улице, еще пока холодно. За это время она здесь как раз окрепнет и перерастет. То есть потихонечку вот так вот достаем вот осторожно вот картошку и осторожненько вот росточки, видите, они не повреждены, черных точечек нету, нежненько так отламываем вот так вот осторожненько и сажаем вот. А эту картошку убираем, тут новые росточки не пойдут, то есть еще мы наберем. Такая картошка растет у меня до сих пор. Смотрим, какая картошка у соседей. Ну, трава. Вижу траву. Сказали, они посадили ранний сорт. Не знаю, что за ранний сорт. Ботвы никакой нет. Еще раз говорю про картошку. Чтобы получать тонну сотки, надо рассказывать несколько дней даже. Не хватит вам, чтобы вы поняли.
как правильно все это делать. И поэтому, как молодить картофель, вот смотрите, вот с каких-то, можно молаживать и семенами, можно росточками, можно листвой. Ну, я все видел, показывал тоже вам. Как правильно все делать, больных отбирать, когда собираете семенной материал, обязательно отбирать картофель надо. Не из больного растения, который очень хороший куст, собирать все, хоть крупную картошку, всю собираем, весь куст сразу. Если вы потеряли вот этот сорт, да, можно омолодить, и вот я вам показываю, как можно омолодить картофель. Я говорю, можно часами рассказывать про картофель,